Вот в моем цеху большинство поддерживают Тихановского, конечно же. Ну, потому что Лукашенко, ну, все понятно. Просто все боятся. Боятся, потому что у кого-то тоже понятно. У кого-то кредиты, дети, там, все. Вчера, когда я бумагу эту положил, заявление на забастовке, мне принесли наряд то же самое на 23 рубля. Я сказал, что я выполнять не буду, потому что у меня забастовка. Дальше они составили на меня акт, что я не работал. После этого в конце смены мне предоставили две бумаги о наказании. Я задал вопрос, могу ли я консультироваться у юриста. Мне дали отказ. Я сказал, я подписывать не буду. После чего мне всунули документы в колхоз. Я задал себе вопрос, мне как, уволили или что, что я буду? Как мне объяснили, что меня отправили на перевоспитание. Эти присоединения к забастовкам, вхождение в стачкомы, они имеют гораздо большее значение, чем чисто арифметическое. Потому что это очень серьезные сигналы не только рабочим, но и всему белорусскому обществу. Эти протестные настроения, они никуда не исчезают. Они живут в душах рабочих, и самые смелые, самые отчаянные, самые последовательные из них готовы идти на такой мужественный шаг. У нас практически все работники находятся на срочных трудовых контрактах. И это очень такой эффективный инструмент контроля над рабочими и удержания их в лояльности, удержания на коротком поводке и формирования лояльности к властям. Но это вовсе не значит, как утверждает власть, правительство постоянно, что никаких забастовок в стране нет. Забастовки есть. На самом деле есть и открытые забастовки. И классический пример, вероятно, и вам известный, это ОАО «Гродно Озно». Там настоящая забастовка. И там уже сегодня два ключевых цеха остановлены. Но в подавляющем большинстве случаев работники избирали рабочие более безопасные для себя методы забастовки, такие как итальянская забастовка, вы, вероятно, знаете, когда рабочий приходит на рабочее место и делает или очень медленно, в строгом соответствии с регламентом, полсилы, или вообще не работает, поскольку рабочее место не отвечает условиям, связанным с безопасностью труда. Und ich erinnere mich an die Proteste von vor ungefähr 30 Jahren in der ehemaligen DDR. Auch da gab es ein Regime, das nicht erkannt hat oder nicht erkennen wollte, dass die Menschen im Land nicht mehr hinter dem System stehen. Auch da gab es ein System, das mit Unterdrückung sich an der Macht halten wollte. Sondern ich glaube, es ist wichtig für die Menschen in Belarus, dass sie erkennen, dass sie nicht alleine sind, dass ihre Proteste wahrgenommen werden. Hier in Köln, in Deutschland, aber überall in Europa. Und dass über diesen Weg der Solidarität der friedliche Protest in Belarus gestärkt wird.